Друзья, всем привет! В пакетике вы видите у меня три щучки. Сегодня мы их будем запекать по моему методу, любимому, ленивому. По этому методу я карасей, ну любую рыбу с чешуей запекаю. Мне очень нравится. Увидимся с вами буквально через некоторое время. Я вам покажу, как я это все делаю. Не надо ее чистить от чешуи. Не надо. Есть очень хитрый и простой способ. Все делается до безобразия просто. Я взяла поднос, на него насыпала соль. Можно меньше даже насыпать, ну такой небольшой слой. Буквально чуть-чуть, чтобы не видно было дно. Ну вот наша щучка. Ничего, я жабры не вырезала, все оставила как есть. Ничего не надо убирать. Единственное, внутренности только убираем, да, вырезаем, промываем. Вот тут печень. Остальная печень уплыла, не поймала я ее скользко. Вот эта рыбешечка маленькая была в желудке у какой-то из этих щук. Вот, вот эта маленькая, тоже запечем. Вот, и все, вот и вся подготовка. Любую рыбу с чешуей так можете готовить. Любую, ничего не надо чистить. Припорошили рыбку солью. Вот так, вот таким слоем достаточно. Там хвостик немножко торчит, ничего страшного. Рыба лишнюю соль не возьмет, она возьмет сколько ей надо. Все, отправляем нашу щуку, ну, на часа два, на 2,5, на градуса где-то 150-160, наверное, 170. Можно даже 3 часа выдержать, ничего с ней не будет, она хорошо пропечется, не сгорит. Друзья, ну вот, извиняюсь, я тут уже начала кушать, щуку не удержалась. Она остыла, и вот такими кусками на ней засохла соль. Вот она отходит. Вот. Вот. Вот она отходит вот такими кусками. И остается чешуя. Чешуя легко снимается. Так, берем вилочкой. И вон она, видите? Вот она. Вот она. Вот, отходит легко. Вот она вообще сама отходит. И вот, пожалуйста, мяско. Кушайте, мяско мягонькое, не пересоленое. Мне даже показалось маловато соли, как бы это ни абсурдно звучало. Потому что соль-то она вот убралась. Вот видите, она вот такими вот штуками. Все. И так вот можно любую рыбу, которая с чешуей, готовить. Если вам понравился мой рецепт, ставьте, пожалуйста, лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте мое видео и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, пока-пока!